Прости, пошли за мной. На мне, дай мне рыло. Что кого, Олег? Вы сейчас вопрос слышит. Вассал, дай рыло, метку поставлю. Так, фотон, загришь, законтролишь звездочку. Кресты, идите сюда, поконтролите сковывание. Так, Джерион. Джерион, кружок, фотон, звездочка. Эмбренс, квадрат. Все, идите пулять. Расконтрольте только нормально. Главное, звезду. Бейте лича. Ну что там, подряд всех сливать уже. Не опасно. Да. Так, смотрите, фотон законтролишь звезду, Джерион кружок. Катастрофа. Пейте звезду. Давайте, гнев небес, кольцо льда. Быстрее. Точечно звезду играйте. Потом в кружок. Жог добейте. Поднимайте танка. Берти я наклеил. Накрель, вставай. Тебя реснули, блин. Не, не ресу. Тебя реснули. Понятно. Помогите мне рестнуть людей. Лесу менялтра. Рыба поставлена. Лесу менялтра.
Значит так, кто на каких боссах будет? Гилд на двоих, да? Васап, Данила. Да. Напуливайте Талдорама на гилда тогда. Ты что, у всех так лагает или только у меня? У тебя. Увидал видео. А ты отключи там порнуху, не скачивай. Погоди еще. Так, бафы есть у всех. Чего не хватает? С пула будет рост по Лунару. Каску вы накрыли. Крест по ш... крест есть. Каску да. По шаманам. Ну, пора идти. Да, лапа, ничего. Слепой. Так, все подтвердили готовность. Куварзин, что не хватает? Каску? Каску по Куварзину еще. По Авару. Все есть. Пошли запускать. РДД, хилы сразу. Между собой дистанцию набираем. Будет вихрь. Конты, присты на кинетики. Так, вихрь, разбежались. Блять, люди, у меня Вовка вылетел. У кого есть БР, поднимайте сюрприз-риску. На ком Талдорам? На мне, Талдорам. Если не смею. На нагреве. Блять, вот это заебись просто ответ. На мне. Да, хуя. Мы пропали, мы пропали. Какого хера он вообще на тебе был? Сюрприз, вставай. Дайте бафу по роге, всекай по боссу. Да, хороший ответ на мне. Слайдом прокат. Кого поднимает? Кита. Меня и бати. Не, ну голоса-то не все, все голоса. Кинетика падает. Да, надо как-нибудь. Все, кель, 10 лямов. Кинетику подбейте. Сзади кинетика падает. О, я живой. Возле келя кинетика. Кресты поти гим на ману поставил ТТМ. Я на карту. О, какой-нибудь любой. О, все, уже не надо. Спасибо. Давайте дистанцию набрали, будет вихрь. Сзади кинетика падает. Вихрь, дистанцию набираем. Ну, нормально. Так, сзади по центру кинетика падает. Приями, спекайся в танка, поможешь трэш потанчить. Идите сразу трэш бить. Так, кольцо бисовое, ЛМ, ШП, лук. Плащ на танк. Ты на офф ролишь или на мейн? Там ты на кольцо отдал, если что.
А кто выше ППР был? Там не важно, кто выше ППР, проблему шмотку уже забирал. А, ну я забыл уже просто. Отдавай тогда шмотку Мирке. Так, а что там, кольцо, да, надо? Да. А вы уже ролили кольцо? Да. Но ты все равно ниже ППР. Там не важно, все равно не шмотку получил. Так, кресты пошли по контролям кого-то. Так, давай, Джерин, ты звезду, потом кружок. Ну идите хотя бы их законтрольте, главное тактиков поконтролить и все. Не вырывайтесь, ну вот Куварзин-то. Блин, зачем вы вырываетесь? Ты нормальный? Играйте в звезду. Для чего мы контролим, чтоб ты вихрем ебанул? Бейте звезду. Давайте, гнев небес и кольцо льда потрэшу. Звездочку. Тактика, играем в кружок. Поднимите вора. Тактика все играем. Звезда, потом кружок. Кольцо льда, гнев небес, давайте. Рыба стоит, кушаем рыбу, бафайте рейд заново, фулл баф по рейду, Роги и Вару. Идем. Сейчас будет медленно. Не надо. Час и 10 минут. Накрель, дай каску по Роге, и я запускаю макрос. Каску по Роге. Все, есть каска, погнали. Килы в центре, РДД сбоку, слева, справа.
Факт, кассир, фотон, юриду все. Графит, укусишь Мараксуса. Куварзин, выйди с рейда. Я подойду и сечу. Ты на кирек дай каску повару. Прокляну, выйди с рейда. Ты перед тобой. Так, Мараксус, давай икус с рейда морну, графит дитяри. На взлетке сейвим этих людей. Верзила с рейда вправо. Отойдите от лужи, вынес криво. Давайте в центр сбегайтесь пактом. Сейчас будет на цели дебаф на нее антифир. Ретрия, бабл жми. Ретрия. Поздно, бабл. Давайте, дистанцию набрали. Ретрики ставим Shadow Resist ауру и прожимаем мастер ауру. А на крель сейчас дашь этот... сакру. Присед, давайте, все гимн отхил, хилим людей с укусами. Гимн отхил даем. Факт, очень далеко, быстрее сбежались. Фотон, выйди с меткой. Центр пакт. Рафит метка. Ебаш войд. Чуть слабенький ДПС. Шпома несет. Бимка с рейда выйди. Давайте речь на лема. Подвеску. 10% подвеска. Пару. Как мы подвеску раньше отдавали? Парол или я забыл уже? Парол за 10% вроде. Три, тебе она надо? ПВП можно. Что? Дай перышко, пожалуйста. Левитацию. На кота. Вот я. А вот ты. Пожалуйста. Мне хвост так крутится. Жирен, передай этот тренер ретри. Да, ну если он, ему надо, у меня еще все равно шмоток нет ПВПшных, пусть будет. Хорошо, идем дальше.
за королеву льда. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, но ты оказался предателем. Так, если я помню точно, то звездочку бьют милики. РДД квадрат. Ой, эти друиды, позаливайте мне имир, Анвиксник. Милики, меняйте, меняйте дислокацию, сейчас там квадрат появится. Отойдите от квадрата. Ну все, конец, короче. Да, РДД играйте в квадрат быстрее. РДД в квадрат, мелики отошли от квадрата. Тяжело хилить весь рейд. Короче, давайте, играйте все в квадрат, я захилю. Добейте вот этих мильярские... полководцы смерти, как-то так, сумонят трэш. Так, все РДД играем в звезду, милики ждем. Когда звезда умирает, тогда играем в кружок. Ну не, надо добить охотника, охотники сейчас спереди. Бижан, у тебя есть аирдроп? Нет уже. Присты, у кого-то есть еще хилы? Давайте в звезду пошли играть. Танки вперед, играем в звезду. РДД в звезду, милики стоим, пока ничего не делаем. Ничто не спасет. Продолжайте сражаться, братья. Тут там можно поставить. Милики, ну вы что, тупые? Сказал отойти, сказал все. Играйте в звезду. Кувардим, не Миша. Играйте в кружок. Милики, играйте в кружок ДЦ, щитой миликов. Все, нету кружка. Так, поднимите быстрее кассира, пока не повесил собой. Кресты, у кого-то есть хилоспек? У меня маленький. У тебя хилоспек? Нет. Блин, два хила хилить это долго. Шо-шо? Два хила хилить долго. У кого есть хилоспек, кто может зайти похилить еще? Кому не жалко, когда... Давай, заходи. Сэкономим 2 минуты. Кто еще может зайти? Эмбранс есть ДЦ. Ну, спекнись. Будешь спекаться. Там сзади еще трэш добейте. Эмбранс, будешь на рейде сидеть, мырки-фырки, со мной в порталах полетаешь, половишь стаки. Не дайте.
сразу ставим шкаф с умонем хила. У кого-то есть фласка на СПД? На этом чаре просто нету. Есть, Олег, на США нет. Да, спасибо. Мараксус тут? Тут здесь. Тыкните на сумму. Так, смотрите, Юрит, Анрикс, Аренанта, Мерки-Фырки в порталах, Мунбимка и Эмбрэнс на рейде. Принимай сумму. Так, друиды, заливаем иннеры звезде. Фотон, спой гимн на ману, прожми святую клятву. 40 секунд, КД. Мунбимка тоже. Бафы какие-то дайте по паладин. На звезду бафы все даем. Команда, он допускает идет рыбу. Все, короче, за звездой будете летать. Мерки, Фырки, Юрит и Ренанта. Чек на пул. Каску паладин. Каску попалу есть. Интеллект еще. Интеллект по рейду, короче. Есть интеллект? Все, погнали. Чужаки Мерки-фырки, Вальке нужна аура коня. Не пиши, пожалуйста, да в чат. Тоже не понимаю. В порталах считается как средство передвижения, когда ты летаешь, баф этот. Ага. Ты тоже не знал, Вой? Я не знаю, серьезно. Я тоже. Это лайфхак. Давайте порталы занимайте, хватит чесать языками звезду. Звезду нашли. Да, быстрее летается на самом деле. Тоже не знал бы. Ну какой-то нехороший человек летает не так, как надо. 4 стака вместо 7. Блин, как кончено портал юзается. Поднимайте демона, прокляну быстрее, это СПД. Кто? Подумай, кто один мертвый в рейде. На завтрака. Браво, где бы. Да он уже так оставил.
Давайте, на следующих порталах будет рост. Так, даю рост. Эмбранс, выделяй Вальку и погим на ХП. Фотон, выделяй Вальку и погим на ХП. Ну, мырки-фырки то же самое. Скелета справа добить. Квест. Класс. Так, без пояс на Фурика. Тапки на танка на мейн. На офф. Так. Так, кто был хилак с пекой, если с ДД нужно будет трэш побить. Кто там не отошел от сундука с валитри? Заходите быстрее на трэш. Джерин, заходи в сумму. Мырки-фырки, тебя, наверное, не реснуть. Мэрки. Реснуй его. Он сейчас убежит. Мэрки, давай духом, сейчас уманю. Ставьте шкаф. Будем суманить людей. Да, иди сходи покури. Мырки, врессайся, я сама на тебя. Потом. Тыкните на сумму. 20 стаков было. Все, прячьтесь за угол. Я отойду на пару минут. Там Юрий ставит тотем магни. Очень будет много урона наносить по трэшу. Yeah.
Так, на этого босса надо тоже зайти на хила. Кто может похилить? Я могу. Так, давай. 5 хилов. Маловато, конечно. Не, как он удался, пошли. Угу. Кому нужна Глора в рейде? Для выше вас по ПРу. Пощуга, подходи. Да не, я тут просто не доходил. А у тебя есть хил? Можешь на этого босса хила или тебе надо что-то с этого босса? Ну, либо кольцо, либо талик. То кому... Пятером захилить я же. Чё? Талик кому-то надо? У тебя 2 ПРа на талик. Поставьте шкаф. Клык, кто на мейн роли? Ладно, попробуем 5 захилить. Тыкайте на самом. Давайте. Нам на тебе бафы и так есть. Чек на баф. Каску по престам обновить. Спасибо. Подожди. Сейчас. Ману залейте. Там рыба должна стоять. Кому все скидать? Хороший где вопрос. Рыба-то? Сейчас поставлю. Не ставьте вот этих НПЦ. Релок, релок. Что там кто спрашивал? За рыбу? Минутку, телефон, отойду. Релогайтесь пока, кому не нравится звук Сильван. Да я бы лучше спел просто. Ну давай. Ребята, кому нужен Теренас выше 22 ПР? Мне. Мамонту ролит там ПР 25 или 24.93. Поставьте мамонта. Запускайте босс. Подожди. Мараксус готов, манбинка. Мараксус. Не готов. Тут. Ну, короче, секундочку, сейчас.
Араксис. Да-да. Не, ФКш. Кассирс. Кассир. Кассир, ты тут? Кассир. Так без него не умел? Пошли без него убивать. Это ГП. Кассир, ты пришел? А, СС, я вспомнил, СС. Прокляну, давай СС на мумбимку, графит на пижона. Два хила освобожденной магии. Притяжка будет, отбегаем от нее далеко, к звезде. Бежали. За звездой. Опять два хила освобожденка. На БДК длань свободна быстро. Кружок. Метки вперед выносим. Дистанцию между метками держим. Дотой, хотой метки. Эрдру и ДЦ, вот эти метки. Прячемся за глыбами. Слева далеко падает. Давайте равномерно подбиваем метки. Справа падает, отбежали. Центральную не бить. 160к не бить. Крайний справа подбивайте, там 400к. Подбивайте все крайние справа. По центру падает. Отбежали склепы. Крайний справа подбивайте. Все в крайней справа сыграли. Почему? Что ты сказал? А я не тебе. Случайно кнопку нажал. Три хила освобожденка. Не стакать ничего. Давайте, отбежали все за Андрекса. Так, пижон, заливай Андрексу, Иннер. Вайтбист тоже Андрексу. Ставьте тотем защиты от льда под боссом, возле босса. Потому что по танку ауру не достает. Сейчас я вспомню, какой это тотем. Так, на мне метка. Дистанцию набрали между метками. Ход эти метки. Следи, я в метке, смотрим сами. Равномерно подбиваем метки. Центральную метку до 200к. Юрий, ты я сейчас поставлю. Все, я поставил тотем. Угу. Все, сейчас начнется вторая фаза. На второй фазе РТД хилы не стакаем ничего. Мелики обморожения не стакаем, если там три хила с освобожденка. Смотрим на дебаф. Все метки носим под босса, под фрейм, по центру фрейма. Все, пошла фаза. Становимся все в звезду.
юрид под босса. ДЦ, хота и юрид, ну, хота и метку, на ком метка, хота его, щиток и все такое. Сливайте метку. Так, сюрприз под босса, милики, отошли в РДД зону, притяжка будет. Метку не бить. Ждем притяжки, прячемся за склепом. Милики отбежали в РДД зону, склеп не бить. Следующий склеп под босса. Все, сливаем склеп. Мураксус под босса. Войд подымай сюрприза. Встанешь сейчас. Вставай. Баф к пороге даем. Графит под босса. Милики в РДД зону. Милики вышли. Сливаем сейчас метку. Следующий тоже под боссом. Ренанта под боссом. Милики отошли в РДД зону, ход идти Ренанту. Так, на мне освобожденка. Сливайте быстрее метку. Два хила только хилят. Шедуморн под босса. Эмбренс, давай гимна отхил. Милики отошли. Метку не бей, сейчас притяжка. Эмбранс по гимна хп, метку не бьем. Мерки-фырки, давай гимна хп. Следующую вправо выносим. Вправо в следующую выносим. РДД, метку слева слить, милики боссы бьем. Фотон, давай гимна отхил. Дитяра под босса. Слева метку долейте быстрее. Прожимая сакура на крель. Встали под метку, скинули стаки. Прожались. Все, что можете, прожимайте. На деф под босса ретри. Мелики отошли в РДД зону. Сливайте метку. Повезло так. Следующий тоже под босса. Притяжка будет. Шанан под босса. Шанан под босса, милики отошли в РДД зону. Беги, малышка, беги! Все, убиваем босса. В сторону выносим метку. Алик, я. Флэт был, что ли? Да. Талик. Вот, сука. Что, здесь можно сейчас раздать, получается? Или нет? Так. Мырки-фырки забирал какую-то вещь? Да, кольцо. Проклянул. Забирал что-то? Там шедоморн получил. Так, а что, Талик у нас теперь за шмотку считается? Вроде его всегда отдельно считали. Ну, в смысле, нет, тринки. Считается одна шмотка, один токен и одна шмотка свеча. Ладно, мне это не важно, Шедемор все равно выше всех. Шедемор не забирал ничего, да? Нет. Сталик это шмотка. Покоритель. Кто не забирал печеньку? Пала забирал или нет? Так. Кто может похилить? Твою мать. Четвертым хилом. Или вы втроем захилите? Давайте упростим задачу для убийства лича. Кому ничего не надо с лича и кому не жалко КД на другого чара плюс Аните? Нет, нужен. Виами, на кого ты можешь зайти?
кто может на Лока зайти? Ну, я могу. Заходи на Лока. Окей. Хотя, подожди, стой. Три мага. Не, оставайся. Кто может зайти похилить? Просто надо на АДК зайти. Забрать Глору, а для этого надо убить Лича. Ладно, держи Ирелла. Сейчас зайду на ДК. Таня, что ты так не с Андреем мало в себя нахил? Я только на третьей фазе хилюсь. А, блин, сдавать этот мешок надо в погости. А кольцо на хила выпило, да? Нет. Да? Не, не выпало. Пончик Далек упал. Слушай, Олег, у меня вопрос. Получается, если бы оно выпало, я бы все равно его не, не сролила. Почему? Ну, потому что у меня этого нету, очков этих. Пэр. Не знаю, он его бы никто не ролил, мне кажется. Сейчас будут очки. Нет, я просто имею в виду, что вообще есть ли смысл ходить с вами в рейды, если я редко хожу, и я, получается, сколько с вами ходила, ничего не могу сролить. Потому что у меня никогда нет этих очков. Это где? У него нет ПР. Кстати, она же часто с нами ходит. Почему у нее 0 ЕП? Да, у меня вообще ничего нет. Потому что Варенька заходит и кикает без разбора всех людей. Ну, наверное, поэтому. Давай мы с ЕП с Вареньки накинем ей. Будет первый блин. А ты не помнишь, сколько у тебя было очков? Ладно, сейчас разберемся, подожди. Я вообще запуталась, потом просто что-то обнуляли. Я, короче, ничего не понимаю, что происходит. Дело в том, что я реально давно хожу, а сролить я не могу ни кольцо, ни триньку, ничего не могу. Это кто? Тало? Нервно. Так у нее есть он до 4 ПР? Понимаю, вы берете людей и кикаете. Я понимаю, о чем речь. Не знаю, я таким не занимаюсь. Блять, квест не взял, проебал. Ну дайте пати. Дайте. Бля, что дайте? Не хватает крита. Ой, дайте еще это, повысь меня там до Рейрелла. О, паралайн? Да-да-да. Кто может зайти на четвертого хила похилить на всякий случай, чтобы мы с первого трая убили? Графит. Ладно, оставайся. Вот так, какой-то мейн хил. Да, блин, еще и релить неудобно за вот этого ДК. Не люблю релить. Хочешь, я поговорю? Отлично. Это хороший, хороший. Кава. МХ дай. Олег, чего у тебя скринни не вкачено? Потому что я им не ходил 2 года. Могу вкачать. Так. Где там сбрасывать? Где там сбрасывать эти таланты? Это как его? Врата смерти, да? Да. Где есть АДК спик? Чтобы я скопировал все это дерьмо. Лиами. Лиами скачан. Я тебе просто скажу, типа, нечестивую порчу не качаешь и один талант убираешь с этого. С блядь, как это? Да. Ладно, сейчас разберемся, там в Виаме есть спек. Откуда уберете? В одну нечестивую порчу не качаешь, не качаешь еще один талант. В этом. Ну я бы не качал или в этом, или в некрозе, или в закаленной крови клинок.
А где тут сбрасывать эти таланты на ДК? На втором, на первом этаже. Ты телепортируешься на первый этаж, заходишь, там есть портал. А, все, я понял. Второй этаж. Справа, тут еще манекены, да? Не-не-не, там где нет манекенов. Так, все знают тактику новичка?